Несмотря на то, что юридически полномочия по обращению с отходами переходят к новой структуре, жителям Армавира, частным лицам, не придется перезаключать договор на вывоз мусора. Оплачивать эту услугу горожане будут, как и прежде, по бумажным квитанциям. Более того, сохраняются льготы. Так как данная услуга, вывоз твердокоммунальных отходов, является коммунальной, на нее распространяются все льготы, как и на коммунальные услуги. Оплата услуги будет начисляться, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан и норматива накопления твердых коммунальных отходов. Если плату начислили неправильно, можно обратиться в офис регионального оператора или позвонить по многоканальному номеру 8 800 707 0508. Нужно быть готовым доказать свою правоту документально с помощью справки о составе семьи. Если услугу осуществляет управляющая компания, документы предоставляются непосредственно ей. А вот юридические лица и индивидуальные предприниматели договор с региональным оператором ООО «Экоцентр» заключить обязаны. Эта обязанность определена федеральным законодательством. При этом она не содержит условия освобождения юрлица от заключения договора ввиду отсутствия хозяйственной деятельности. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов является обязательной. Реформа предполагает соблюдение определенных требований к контейнерным площадкам. Основание контейнерной площадки должно иметь обязательно твердое покрытие. Это может быть асфальтобетон или бетон. Контейнерная площадка должна быть ограждена с трех сторон специальным ограждением. Это может быть как металлопрофиль или поликарбонат. Контейнерная площадка обязательно должна иметь крышу и запорное устройство для того, чтобы исключить сброс мусора от посторонних лиц. Вывозить мусор будут, как и раньше, по графику силами предприятия «Армавиргортранс». Если график изменится, жители многоквартирных домов и частного сектора об этом известят. Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий в ходе пресс-конференции, организованной накануне старта на Кубани мусорной реформы, уточнил, что в крае с нового года будут работать 5 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Каждый из них на следующей неделе откроет горячую линию по возникающим вопросам. Шла речь о том, что в следующем году предполагается увеличить площадь двух полигонов. На эти цели из краевого бюджета направят около 700 миллионов рублей. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».